Ясли это не группа Гаспара, как говорится. Мы с вами взрослые, адекватные люди. Я в сторис показала весь путь. Всем привет, всем огромнейший привет, который нужно пройти. Я прям записала вам запись экрана, моя переписка с Асей, где нам Иван пишет, все номерки загрузил. Мы переходим в телеграм-канал Ивана. Так, меня мой Face ID узнал, уже прекрасно. Да, ребят, всем, всем привет. Если у вас нет звука, включите звук. Ась, проверь, звук есть? Так звук есть у всех, у тебя нет, милая, этот... Кнопкейшн, звокейшн, нажимейшн и звук включейшн. В общем, в телеграм-канале у Ивана ссылка есть у меня в сторис. Написано «Номерки на автомобиль». Друзья, мы нажимаем вот на этот файл, вот он. И он открывает, внимание, у всех сразу был инфаркт, у меня тоже, они листают, и тут всего 4000 человек, и все такие, уроды. И мы такие, блин, стоп, мы говорили про приложение Excel. Мы заходим вот сюда, видите, стрелочка, и я уже скачала до этого приложение Excel, вошла туда через почту, прошла, как говорится, там, пройдите тест, вы не робот, докажите, мы все доказали всем. И вот нажимаем Excel, вот прям с телефона, я тоже, ноутбук, iPad, мне очень бы пользоваться, я прям специально зашла в этот эфир, я его сохраню, выйду и буду ждать уже 9 вечера, чтобы вам показать, что все ваши обвинения в том, что вдруг вы себя не нашли, вас нет, совершенно беспочвенны и неоправданы. Вот, например, рандомное сообщение из директа я открыла. Смотрите, вот мои переписки, вот совершенно новенькие с девочками. Некая Эля мне пишет. Здравствуйте, почему у вас в друзьях ноль человек? Пишу, здравствуйте, у меня в директ есть ответ, даже текстом написано, потому что конкурс завершен, сегодня уже подведен итог. А, понятно, ну, вместо спасибо. Я ожидала как минимум спасибо, да, человек с таким огромным, с такой огромной занятостью потратил время, тебе лично ответил. Я пишу, пожалуйста, на что, естественно, мне хорошо, что не послала. Спасибо! Так, ладно. Пишет мне некая милая Катерина. Я скачала и проверила, но меня там нет, к сожалению. На что? Пишет девочка только что. Если вы себя не нашли, вы не выиграете. Милая, наоборот. Нашли вы себя, не нашли. Если вы выиграете, с вами свяжутся, потому что в списке есть все. Поэтому не разгоняйте смуту. Пишет мне, я наскачала, все, себя не нашла. Написано Екатерина Пасекова. Я думаю, окей, ну, всякое может быть, дай проверим. Пишу, все 400 человек, и вы есть в списке, только что проверила. И я не поленилась, зашла в Excel, ввела, прямо сейчас при вас ввожу, смотрите. Екатерина Пасекова. Это еще вы сами свои имена, фамилии не пишете неправильно, я еще должна помнить это. Повторюсь, что 1-2 раза я сделала. И, ребят, вот, высветилась она, высветилась внизу, и вот номер 337555. Ну, то есть, все. Вот девочка пишет сами в ТГ, многие писали, что их нет, нашла, отправила им всем. Но вы понимаете, здесь 400 тысяч участников. А если быть точнее, я могу вам даже точное число сказать. 404 926. Вы представляете, вручную сидеть и всем писать. Если одна девочка мне доказывает, меня нет, она где-то не в том окошке, она не в том поисковике писала, и ей пишут не найти. Поэтому, как зайти в ТГ, ссылка у меня в сторис. Поэтому, если, еще раз повторюсь, если вдруг свой номерок не нашли, я все равно вас найду в этой системе, с вами свяжусь. Вы просто будьте в Инстаграме, сидите в директе и ждите смс-ки от меня. Девочка одна пишет, пиона, пробел day, пробел эй. Здравствуйте, меня нет в списке, хотя все требования выполнены. Во-первых, требований не было, мы с вами, как говорится, на совершенно добрый воль всего были условия, да, забрать друзей и все. Вот, я пишу, вы есть в списке, проверил ради известности. Пишет, спасибо. Проверила. Я еще даже специально никому не собираюсь присылать номерки, потому что мы не в детском саду, чтобы я сидела и 400 тысяч людям сама лично проверяла номерки, отправляла. Я вам показала путь, который нужно пройти. Если вдруг у вас не получается, пробуйте. Где найти документ? Вся информация сохранена у меня в сторис. И этот прямой эфир я сохраню еще раз. И я показала там весь путь в ссылке.
Ссылочка в шапке профиля, переводит на телеграм-канал Ивана, там документ написан, номерки. Заходим, скачиваем Excel, а уже потом этот документ открываем, нажимаем «Открыть через Excel». Заходим, проходим, смотрим. Вот, я себя не смогла найти, слезы, все условия выполнены. Я пишу, я ваш ник нашла. Как там говорится, и кто теперь кому не пара, Володенька, гордо доказывает своим подписчикам, что в этом списке есть все, если вы себя не нашли, значит, нюнечки мы тут не распускаем. Вот мне девочка пишет, зачем номерки, если вы сами напишете человеку, который выиграл? Для того, чтобы вы видели, что конкурс прозрачный и честный, что мы эти номерки не с головы своей придумали, что Катерина Уварова будет под номером 25, мы так решили. А что вот есть база данных, и только по ней двигаются. Все, ребят, я удаляюсь, я вам весь путь показала. Всем удачи, повторюсь еще раз. Если вы вдруг не найдете свой номерок, вы все равно есть в этом списке, там 4000 человек с хвостиком. Все загрузились, все прогрузились, все есть. Поэтому всем удачи, мы ждем основного эфира. Вот, до встречи. Так, я даже не знаю, как выключить эфир. Простите, давно не была здесь.